Наконец-то мы добрались до Пьемонтии. Какая шикарная. Как это назвать? Не вывеска, но возле входа стоит вот такая вот замечательная. Название Пьемонтия, все фотографируются. Мы потом тоже фотографируемся, да? А вот делегация из Азии. Вот такая серьезная безопасность. Сейчас пройдем. Так, а здесь у нас регистрация. Подойдем к стойке регистрации. Наконец-то мы прошли. Выдали нам такие бэджики, минут 30 простояли. Ну что, поехали вниз, Андрей. Мы уже добрались до выставки наконец-то. Сейчас начинаем прямой эфир в Инстаграме. Вот, ну пойдем, будем рассматривать. Ну, сколько времени вы с нами проведете, неизвестно. Очень большая выставка, очень много информации. Поэтому там тен нагревает. А, электрическая. Очень, очень маленькая. Отстойник. Отстойник для меда. Турецкая лира, это доллар, это евро. 55 евро, 15 тысяч. 55 евро, 15 тысяч. Рамочная неповоротная. Ножки. Четверка неповоротная. Ну, внутри ротор окрашен. Зачем здесь столько колец? Так, неповоротные медогонки. Смотри, все неповоротные. Да, смотрите, вот тут медогонки, как правило, неповоротные. Неповоротные медогонки. Лежащие. Четверка неповоротная. 155. Такое
зажим для руки. Чтобы, наверное, не выпадало. Чтобы здесь не оторвалось ровно от всего от меда. Еще один кристаллизатор большой. Еще один кристаллизатор. Сейчас посмотрим, что он делает. Из нержавейки сделает. Сэндвич-панели. На колесиках он переезжать может. Турбина стоит. Здесь обычный сэндвич-панель. Электрическая медогонка, неповоротная, нержавейка. 1625 евро. Посмотри, иди сюда. Интересно, программируется, получается. Это показывает, да, как она скорости или как? Конечно, здесь все можем там. Задаем программы, да? И начинает сколько и сколько секунд надо. Сколько надо ждать. Скорость можем. А, Олег, еще не дошли, очень много по инвентарю, очень много всего, поэтому еще не дошли даже. Это только в третий или четвертый стэш, чтобы понимать. Поехала. Это не поворотная же, правильно? Ты его написал на 30 секунд, сейчас 30 секунд. Тихо работает. Да, очень тихо. А можно вопрос? По последнему заводу. Можем остановить. Кассета или это? А, поворотная кассета, вот она перекидывает, получается. Интересное решение, давно видели.
с колесами. Я в музее еще сам, просто там... У меня банка шпимёда. Напишу. Да. Три года гарантии. Это... Ну, так он. Нет, это уже, наверное, Профессионал торг. Вот насос для перекачки меда. Они были в Киеве, да? Ящики для пчелопакетов, картонные. Производительность не очень высокая, походу. Медогонку пока ставишь рамку. Так как? А, так это. А как достать с рамки соты? Вот. Видео, посмотрите. А ну. Все будет сразу же. Как гениальная просто. Ну, такая без этого. Безвощинная. Ну не знаю, как по мне, можно, конечно, такой штукой поиграться, но... Это получается а зачем тогда с него давить, если безвощин. Можно продавать сотовый мед? Ну это без овощи. Можно сотовый продавать? Ну, смысл давить с него мед, если сотовый дороже. Что скажете? Прокомментируйте как-нибудь. Понятно. Пойдем. Рамку не восстановишь уже, да? Это декристаллизация, да? Да. Тоже громоздко. Немного у нас других технологий. Компания Томас более сгодные фрукты. Кристаллизатор изнутри. Смешивание, ну да, это уже... Что, пойдем дальше?